за все время, вот, у нас уже 5 альбомов, сейчас 6-й альбом пишем. Вот, вот сейчас мы вначале будем петь песни с первого альбома, потом со второго, потом с третьего, потом с четвертого. Ну, по 2 песни с каждого альбома споем. И под конец споем песни, которые новые, которых еще нет в записи, которые мы только сейчас пишем в ростовской студии звука записи. Да, и сейчас прозвучала песня из первого альбома группы «Крик», который вышел в 2005 году, назывался и называется по сей день этот альбом «Дай мне свои сны». И следующая песня из этого альбома. Из этого же альбома, да, этой песне 23 года уже. Ее мой друг написал, когда ему было 16 лет. Вот. Ну, она такая достаточно известная уже стала. Может, весь день узнает. Что там скромничать? Один из главных вообще рок-хитов в мире, друзья мои. Это песня «Обними меня». Концерт Олега Пышного, Волгодонск, 15 июля. Теплый воск на столе, догоревшие свечи. Парк Победы. Просит маму, малыш, не молчи, не молчи. Слышен только лишь вой дикой стаи волков, охотившись вновь на лесных чужаков. Все в округе не спит, лес как будто живой, все шумит и шумит. Что? Олег Пышный, друзья мои, давайте похлопаем! Таким спасибо, люди добрые! Да, таким образом мы завершили знакомство публики с альбомом «Дай мне свои сны» 2005 года выпуска. Вообще, очень интересно формировалась ваша дискография. Группа образовалась в 2000-м, если не ошибаюсь, году. Ну, вообще в 99-м, но именно «Крик» в 2005. Да, изначально вы назывались «Апокалипсис», такое было грозное пафосное название. Ну, а альбомы у вас, как грибы после дождя, полезли с 2005 года. Крик, Волгодонск, 15 июля, живой концерт. Сумасшедший пират, ты осмелый герой, старый чёрный трия, потерявший покой. Сумасшедший пират, ослепший герой, старый чёрный трия, потерявший покой. Середина лета, друзья, лето 2023. Всем доброй музыки! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал!